Всем снова привет. Небольшой апдейт по Франко Крости. Значит, на данный момент сборка имеет такой вот вид. Установлено место нижний котел. Вот, припаяны распорки, которые держат его солидно. Вот, начал установку котлового оборудования. Вот видно уже сливная горловина или что оно такое, без понятия. Вот, водонасос уже устаканил, на месте стоит уже вот эта передняя конструкция с буферными фонарями и лестницей. Ну, значит, вот так вот оно уже смотрится, установленное на раму и с подогнанной уже к нему кабины машиниста. Также начата работа над палубами. Пока что сделал только одну, левую, по ходу движения. Ну и вот такая вот картинка примерно вырисовывается. На этом все. Спасибо. До новых встреч.